разберем эту песню. Итак, аккордов немного, но вот я постарался и мелодию обыграть. Да, если по аккордам, то их всего три. Мы ставим контрасты на третьи латы, играем Е, М, С и H7. То есть там вот очень простая версия, шестерка играем. Ставим Е, два раза играем шестерку. С один раз и H7 один раз. И начинаем заново. Можно, кстати, на две гитары разбить. Кто-то вот играет аккорды, а кто-то мелодию. Ну, понятно. Ну, можно и на одной гитаре склеить. Это, конечно, уже намного сложнее, но сыграть можно. Даже, ну, еще не до конца хорошо получается, но тоже потренироваться, потому что тут сложный момент. Ну, в общем, поехали. Ставим квадрат на третий лад, считаем от него, это нулевой лад, первый, второй и так далее. В начале играем вступление. Можно сыграть просто мелодию, как в самой песне. Можно вот в начале сыграть H7 еще, и так, по-моему, поинтереснее будет. Итак, ну, если не H7, да, то просто можно вторую открытую дернуть вместо H7, и все, и мелодия пошла. Либо зажать на пятой и третьей струне второй лад, на четвертой струне первый лад, дернуть вместе пятую, четвертую, третью, вторую. Тут можно не просто дернуть, да, арпеджио сыграть, то есть вот так, 5, 4, 3, 2, быстро. Вот так. Потом заглушить. Потом играем третью струну, третью открытую. И в конце на четвертой струне четвертый лад. Получается вот так. И тут начинается основная тема. Так, ставим ЕМ на пятой и четвертой струне второй лад. Играем шестую и четвертую вместе. Теперь на четвертой струне вбиваем четвертый лад. Да, вот так. Вот ЕМ не убираем, а просто еще вот мизинцем вбиваем на четвертой струне четвертый лад. Да, вот, ну, так получается. Теперь, вот мы сыграли, да, вот так. Должно вот так получиться. Теперь играем третью открытую. Вбиваем на третьей струне второй лад. Все вместе получается вот так. Теперь дергаем сейчас шестую и вторую вместе. И играем вверх-вниз. Должно получиться вот так. Давайте медленно сыграем. А когда... Ну нет, тут быстро. В общем, все, да, давайте еще раз быстренько погоним, потому что сложный момент. Играем шестую и четвертую вместе. На четвертой струне вбиваем четвертый лад. Третья открытая. На третьей струне вбиваем второй лад. Вторую и шестую вместе. Вверх, вниз. Потом на второй струне играем первый лад. Опять делаем вторую струну открытой, играем вторую и шестую вместе, вверх-вниз. Получается вот так. Теперь на второй струне играем первый лад, вторую открытую шестую вместе,
Потом на третьей струне второй лад. Потом делаем третью струну открытой. Бьем вниз по басовым струнам до третьей струны, чтобы вот третью струну выделить. То есть получается вот так. Дайте еще раз. Да, вот бьем до третьей струны. Вот я по пятой, четвертой, третьей бью. И третью чуть-чуть выделяю. На четвертой струне играем четвертый лад. Давайте все вместе медленно сыграем. Должно получиться вот так. Это, наверное, самый сложный момент был. Остальное все уже просто будет. Играем два раза. Третий раз мы сначала играем то же самое. Да, давайте еще раз. Тут вот, да, то же самое. Вот до этого момента мы играем третий раз. Да, давайте еще раз. Вот третий раз я играю. То есть вот тут все как обычно. Тут один, потом ноль. И вот когда второй раз на второй струне первый лад. Так, сейчас. Тут мы играем. Вот на второй струне первый раз. Первый лад сыграли, да, второй раз. То есть получается вот так. И вот тут уже другое мы играем. Зажимаем на... Это все аккорд Е. Зажимаем на второй струне третий лад. Играем вторую и шестую вместе. Потом на второй струне первый лад играем. Вторая струна открытая, бьем вниз до второй струны. И на второй струне первый лад играем еще раз. Вот, получается вот так. Идем дальше. Следующий аккорд С. Зажимаем на пятой струне третий лад, на четвертой струне второй лад и на второй струне первый лад. Это аккорд С. Теперь добавляем на второй струне третий лад. Играем вторую, третью, четвертую и пятую вместе. Потом на второй струне 1-0. На третьей струне 2. Получается вот так. Еще раз быстренько С. То есть вот зажали, да, на второй струне третий лад. Играем вторую, третью, четвертую и пятую вместе. Потом сыграли. Теперь на второй струне 1-0. На третьей струне 2. Теперь на третьей струне делаем 0. Играем третью, четвертую и пятую вместе. Вверх-вниз играем по этим же струнам. И на третьей струне играем второй лад. Да. Микрофон случайно задел сейчас. А давайте мы сейчас попробуем С еще раз объясню. Итак,
зажали С на второй струне, еще добавили третий лад. Играем вторую, третью, четвертую, пятую вместе. Теперь на второй струне 1-0. На третьей струне 2. Третья струна открытая. Ну, делаем ее. И теперь играем третью, четвертую, пятую вместе. Вверх, вниз. И на третьей струне 2. Получается вот так. И последний аккорд H. Тут зажимаем на пятой струне второй лад, на четвертой и третьей струне четвертый лад. А вторую струну и первую оглушу, то есть оставляю только квинт. И играем пятую, четвертую вместе, вниз-вверх, вверх-вниз-вверх. И начинаем заново. Это вот припев. Лучше сыграл, чем в начале уже чуть-чуть сам запомнил. Так вот, куплет остался. Ставим ЕМ. Играем шестую и четвертую вместе. Вниз-вверх, вверх-вниз-вверх, вниз. Да, давайте еще раз. То есть получается вот так мы дергаем. Вниз-вверх, вверх-вниз-вверх. И в конце вниз. Играем мелодию. На четвертой струне 2, 4, третью открытую и обратно. На четвертой струне 4, 2 и на пятой струне 3. Теперь мы начинаем играть заново, но в самом начале дергаем шестую и пятую вместе. Да, не четвертую, а пятую. А так играем то же самое. Играем три раза. И тут теперь ставим С. И просто тут играем. Не помню, есть там такой момент, нет, или я уже сам придумал. Ну, в общем, там С и H у нас остался. То есть мы ставим С, дергаем пятую, четвертую, третью вместе. Вниз-вверх, вверх-вниз-вверх. Теперь H тоже может только квинт сыграть. Тут мы дергаем пятую, четвертую, третью вместе. И тоже играем, доигрываем шестерку. Дергаем вниз-вверх, вверх-вниз-вверх. И начинаем заново. Потом припевная часть, да, там, когда затишье, можно просто дернуть аккорд. Там ЕМ в два раза дольше, потом С и H. Тут уже H7 можно поставить. Наверное, вот ЕМ, когда мы дергаем просто, лучше с третьей струной. То есть, получается, мы играем шестую, пятую, четвертую, третью вместе и ждем. Ну, либо поем. Потом С играем пятую, четвертую, третью, вторую вместе. И то же самое, те же струны играем в H7. Да, вот мы H7 сыграли и просто играем на второй струне 1-0, 1-0, на третьей 2-0 и на четвертой струне 4. И начинаем припев с самого начала. В целом вся песня. Всем спасибо, пишите, что еще подобрать. Всем пока.